Добрый вечер, и как всегда мы говорим о нашем городском хозяйстве, и сегодня уделим немного внимания основным анонсам, то, что мы хотим сделать в этом сезоне и даже успеть к туристическому сезону. Самая главная, самая основная новость, о чем хотелось бы сказать, об этом недавно говорил городской глава, уже анонсировал это. То, что мы в Одессе собираемся сделать, это пешеходную зону. Эта пешеходная зона, уже могу сказать, рассматривается как самая большая пешеходная зона в Украине. Будет эта пешеходная зона действовать по выходным дням. Сейчас проект готовится и будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета. На ближайшем исполкоме мы уже ее рассмотрим. И в случае это положительного решения и исполнительного комитета, конечно же, мы ее презентуем уже общественности. Сейчас, это повторюсь, ведется активная работа. Задача очень амбициозная. И я уверен, что в нашем городе такая пешеходная зона станет якорем для туристов и станет хорошей визитной карточкой города. Также, если говорить о том, что мы собираемся сделать в этом году и переходить к темам нашим бытовым, а именно вывозу бытовых отходов. Сейчас хочу это сказать за твердые бытовые отходы. В первую очередь это не габарит, то, с чем мы боремся уже на протяжении последнего года. Мы говорили о том, что созданы майданчики для сбора габаритного мусора. Сейчас их в городе стало на 2 больше. Один это появится в Киевском это районе и еще один дополнительный в Суворовском это районе. В Киевском уже запущен, в Суворовском мы запускаем завтра. Все эти 6 это локаций будут нанесены, 6 майданчиков будут нанесены на специальную карту, которая сейчас создается. Также на эту карту будут нанесены это локации, где будут расположены это контейнера под это раздельный сбор мусора. Ну и эта же информация будет растиражирована как на сайте городского совета, так и на сайтах наших КП и на сайте городского департамента. Ну и, соответственно, в социальных сетях. Это помимо этого мы еще хотим создать дополнительный сервис. Есть уже договоренность с несколькими операторами, которые занимаются вывозом бытовых отходов, о том, чтобы создать еще один сервис. То есть те одесситы, которые хотят вывести негабаритные отходы, но не имеют такой возможности, могут заказать эту опцию у оператора, которые заедут к ним на место, где находятся эти отходы, погрузят их и вывезут. Естественно, это будет не бесплатно, но такая опция тоже будет. Информация, по какому номеру телефона можно заказать вывоз негабаритного мусора, также будет находиться вместе с информацией о том, где находятся эти майданчики. И в дальнейшем эта опция будет также доступна по номеру телефона 1501. Ну, на сегодня, наверное, из знаковых событий и знаковых анонсов все. Хотелось бы также дополнить, что мы ведем активную работу по закрытию раскопок. Их накопилось действительно много, так как это погодные условия очень долго не позволяли серьезно этим заняться. И сейчас мы уже в мае месяце собираемся выйти, так сказать, на нулевую отметку, закрыть все раскопки в городе, останутся только те текущие, которые опять-таки в течение 5 дней будут закрыты с момента их открытия. На этом на сегодня все. Увидимся через неделю. До новых встреч.